Всем привет! С вами Прия. Сегодня среда, значит, пришло время вскрывать сундучки. Вскроем PvP сундук и два PvEшных. Конечно же, надеемся на идеальный лут, но, как всегда, может упасть что-то не то. Начнем же. Лут на хмелеварах, как всегда. Поехали. Трофейный сундук PvPшный принесет мне, надеюсь, что-нибудь классное прокнутое, и это плащ непрокнутый. Но зато 1100 азерита в копилочку. Весьма неплохо. Окей. Перенесемся с виском. Надеюсь, к той точке, которая нам надо, и спокойно добежим до ПВЕшного сундука. Да-да-да, конечно. Перенесся с виском. Ну, впервые так решил сделать. Думаю, почему бы не испытать. Ну да, испытал. Как говорится, все познается путем освоения, пробы и всего такого прочего. Ну, не особо это как-либо повлияло, конечно. Окей. Так, тут же сверху, если заходить. Ага. Ну, давай. Я хочу что-нибудь классненькое. Она выпала. Не пропнутая, конечно. Я бы ее такую и с мифплюса мог дропнуть. Но до слез. Она выпала. Счастье такое. Почему не раньше? Почему сейчас только? Окей. Надо будет ее зачарить. Ну и надеть, конечно же. Идем на ДК. Но, похоже, ему что-то тоже классное упадет. А может и нет. Смотрим. Окей. Эти сундуки настолько рандомны, что в прошлое КД я лутанул пушку для ДК, для монаха. Тринкет 385, тот, который, ну, вообще, в принципе, не используется в танке. Тот, который при нахождении в одной точке бафает хасту со святилища штормов. Ну, такой себе тринкет для танка, если честно. Из-за вот этого условия. О, азеритовые плечи. Ничего себе. Это второй зрительный кусочек для моего Blood ДК. Что там по трейтам? Так, ни о чем. Это что? Это вроде нормальная тема, не знаю. Так, это что у нас? Это баф крита. Ну, в пользу ДПС это он хорош. А нас интересуют статы, полезные нам для дефа. То есть скорость, вкусность, универсальность, крит. Но это поинтереснее, конечно, выглядит. Ну, неплохо, неплохо. Хорошая неделя, неплохо она началась. Модификаторы текущей недели — это взрывной, сотрясающий и укрепленный. Взрывной модификатор при убийстве мобцов. Они взрываются. Далее на группу вешается дебаф, который тикает 4 секунды, раз в 2 секунды, по 5%. То есть суммарно за одного убитого моба вы получите 10% урона от своего максимального ХП за 4 секунды. И эти 4 секунды разделены на 2. Вот. То есть особо стаков накапливать, ну, если честно говоря, ни к чему. Далее, какой там был модификатор? Сотрясающий. При сотрясающем самое главное просто-напросто держать рейндж. Ну, а укрепленный модификатор, который в текущий момент начинается с второго ключа, просто-напросто, ну, усиленные мобы по ХП и дамагу, ничего такого особо сложного. Прерываем касты, кидаем станы вовремя, когда надо, да и все. Также в этой неделе очень хорошее недельное событие, которое позволит весьма неплохо так приодеть своих твинков и мейнов. Собственно, событие, которое позволяет пройти 4 эпохальных подземелья. Ну, конечно, можно проходить их и без этого события, но все же, пройдя 4 этих инста, можно получить сундучок героический с текущего рейда, а именно Ульдира с 370 и более вещицей. Ну, если она азеритовая, то она будет чисто 370. Если это пушка, то максимум 380. Ну, а если это какая-либо другая вещица, по типу тринкеты, плаща, перчаток, пояс, ступней, ботинок, колец, запястий, плаща, вроде говорил, то 395 вполне реально полутать. Почему бы и нет? Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Надеюсь, вам упадет лут настолько же хороший.
Как и мне сегодня. До скорого.